108-й школе на Тельмана разгорелся скандал и опять по горячей теме школьного питания. Опубликовано видео, на котором учитель возмутилась, что несъеденные порции одного класса кухонные работники готовятся снова выставить на столы. Можно узнать, почему отходы вы поставили вот сюда на стол, на раздаточный? Вы хотите нас покормить отходами вторую смену? А кто ими кормит? Сейчас со стола отходов перенесли сюда вот эти, вот этот омлет. Родители, что опубликовали видео, рассказывают, их учитель за гигиену в столовой бьется с начала года. Но дирекция мер не принимает. Теперь управление образования начало проверку. Родители поддерживают учителя, но опасаются, что сейчас на педагога начнется давление. Сегодня ей уже сделали выговор за порчу репутации школы. Похоже, это тот случай, когда после массового отравления школьников овощами, все, кто был недоволен школьным питанием, но молчал, решили больше этого не делать. Не исключено, что это лишь первые видео иллюстрации школьной кухни. Во многих пабликах комментируют родители это видео, и в школах та же самая ситуация. То есть мы не одни. Это уже система, это проблема во всех школах. То есть как бы это нельзя просто так оставлять, в этом нужно разбираться. То есть как бы если мы вместе начнем с этим бороться, то мы вместе и сможем решить эту данную проблему.